Всем зрителям, подписчикам канала Райского Садова привет. Сегодня будем строить теплицу капля крепыш 3х6 с перегородкой, с грядками, с боковой форточкой. Пока приехали, разложились, начинаем работать. Каркас у нас стоит, шум. Буровая работает рядом. Все выставили, закрепили, отливы приделали. Сейчас будем крыть. Напомню, собирали мы сегодня теплицу капля 3х6 с перегородкой. Сейчас послушаем отзыв клиента. Большое спасибо. Мне сделали прекрасную теплицу. Шикарную, с шикарными грядочками. Очень красивая, очень удобная. Ребята работали быстро, аккуратно. Все вот прямо сделали. Вот просто изумительно. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, а вы откуда узнали о нашей компании? Я узнала через интернет. Я смотрела ролики, которые выкладывает ваш Александр. И вот на основании этих роликов решила, что мне надо именно к вам. Никуда больше. Отлично, спасибо вам большое за отзыв. А мы продолжим. Дверь с форточкой у нас одного торца. Имеется перегородка. Перегородка делит теплицу на 2- и 4-метровые секции. Грядки, соответственно, тоже сделаны под размер. Есть у нас стеновая форточка в третьей секции на ручном управлении. Перегородка глухая, поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, по низу установлен отлив. Все торцы у поликарбоната запечатаны профилем. Вот здесь наблюдаем тоже такую же дверь с форточкой. И грядки. Также есть диагональные усилители. Вообще каркас теплицы сделан с профильной трубой 20х40, поэтому это капля крепыш. Покрашено все полимером, порошковым способом, цвет шоколад. Вот так все красиво, аккуратно получается. На этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!